Всем добрый день. Вы смотрите программу «Коммунальный ликбез». Мы возвращаемся после довольно долгого перерыва, но тем не менее с удовольствием представляем нашего постоянного эксперта, депутата Саратовской областной думы Леонида Песнова. День добрый, добрый Леонид день Александрович. Всем. Собственно, причина, по которой мы вот так вот возобновили выход нашей программы, связана с тем, что с 1 января у нас довольно много изменений в жилищно-коммунальной сфере произошло, и, наверное, надо разъяснить жителям, как они будут платить, за что они будут платить. Ну и главная тема — это все-таки перевод расходов на общедомовые нужды в состав платы за содержание дома. Так вот, вопрос такой: как будет происходить начисление платы за ОДН с 1 января, вернее, уже происходит? Будет ли входить в платежках сумма в общую строку содержания жилья или все-таки в отдельную? Да, два вопроса между собой совпадают. Ну, во-первых, я хочу всем напомнить, что у нас вся жилищно-коммунальная политика базировалась на таких основных постановлениях правительства 306, 307, 344 и вышедшие из него 354. Мы их много раз обсуждали, разъясняли. Ну и, конечно, 491 постановление, то, что связано с обслуживанием общего имущества на квартирном доме. Опыт реализации показал уже и до достаточно революционных изменений прошлого года вносились большие изменения, ну, достаточно, по-моему, 354-е. Опыт показал, что нет предела совершенству, и те изменения, которые на сегодняшний день вступили в действие с 1 января, и которые в ближайшие день-два люди уже увидят в своих жировках, они сводятся к дополнительной защите собственников и нанимателей от беспредела и управляющих компаний, и ресурсоснабжающих организаций. Вот вчера был семинар, где-то больше 250 руководителей управляющих компаний Саратова, ЖСК, ТСЖ собрались в зале Минстроя. Я хочу сказать, даже отметить, что слово взяла женщина, руководитель одной из таких структур, откровенно сказала: да, мы знали, что мы за счет людей латали дыры, но у нас старые дома, у нас это была безвыходная ситуация, и люди это понимали. Я постараюсь напомнить, о чем идет речь. В 2014 году, когда пик безобразий по начислению так называемых общедомовых нужд ОДН достиг своего апогея, мы пробили как раз вот изменения, связанные с 354-м постановлением правительства. Мы, я имею в виду, прежде всего, позицию комитета по регулированию тарифов и общественного совета Саратовской области. Значит, и получили право на ограничение ОДН через введение нормативов при условии отсутствия согласия собственников на повышение оплаты ОДН путем голосования. И могу сказать, что у нас на две трети жалобы сократились. Потому что принцип был простой. Если до этого управляющие компании ОДН считали как разницу между домовым прибором учета и показанием приборов учета или нормативом отдельных собственников, и у нас случай, когда ОДН был выше, чем показания конкретной квартиры, был достаточно нередкий в практике. По крайней мере, вал вот этих безобразий был прекращен. Но отдельные управляющие компании, ТСЖ, используя норму законодательства, что собственники могут решить все, что хотят, то, что ты рассказывал выше, стали фальсифицировать протокола, где собственники приходят и единогласно голосуют: берите с нас больше денег. Не надо бороться с воровством, с утечками. Вы берите, мы согласны платить. Ну, что, в общем, удивительно. Да. Что, конечно, вызвало суды, прокурорские проверки, уголовные дела, не будут скрывать, за фальсификацию протоколов. Но вот эта вся работа, она очень сложная, кропотливая. Весьма тяжело в суде доказать факт фальсификации. Жители Солнечного с этим столкнулись. Даже при поддержке прокуратуры практически суды отказали по всем вопросам, связанным с фальсификацией протоколов августа 2015 года. Люди знают. Поэтому правительство пошло дальше. Оно приняло соответствующее постановление правительства 26 декабря 1498, где четко записано, что коммунальные ресурсы, которые идут на содержание жилья, это есть затраты, связанные с содержанием жилья. Что если помыли личную клетку, конечно, это содержание личной клетки. Это не расход воды, как коммунальный ресурс, потому что он не идет на мытье тела или на пищеприготовление. И
четко записали, что никаких общедомовых нужд больше нет и быть не может. Поэтому ОДН в жировках с 1 января являются незаконными. О чем мы вчера четко рассказали руководителю управляющей компании. Сейчас в жировках должно идти содержание жилья, ремонт жилья, ну, привычные нам там лифты, мусор и расход коммунального ресурса, вода, расход коммунального ресурса на домовые нужды, тепло, расход коммунального ресурса, электроэнергии на содержание дома, на домовые нужды. Будь то работа повышительных насосных, там прочее, 50. До 1 июля органы власти субъекта должны принять соответствующие нормативы потребления, дифференцированные от групп домов. Там разные критерии. Да, там есть и определенные недоработки, о чем мы будем сейчас заниматься правительством России. Допустим, дома новостройки, они, как правило, оборудованы всем комплексом приборов учета, поэтому ну, какие нормативы, если они могут отследить отдельно, допустим, расход той же электроэнергии на домовые нужды, ну, да. Потому что стоит отдельный прибор учета. У них, например, такая ситуация по воде. Поэтому по ним предстоит работать, но большая часть домов постройки до 2005-2006 года, как правило, этого не имеют. Поэтому мы эти нормативы будем на базе комитета по тарифам разрабатывать, проводить через общественный совет при комитете по тарифам. И после этого уже эти нормативы войдут в действие, и превышать их будет невозможно. А при отсутствии ОДН это хорошая мотивация для управляющих компаний укладываться в эти нормативы. Потому что здесь механизм проведения собрания собственников уже будет достаточно затруднен. Там надо собирать совершенно другой повесткой, обосновывать превышение сверхнорматива, добиваться согласия собственников на то, чтобы они согласились платить сверхнормативы. Да, может сфальсифицировать можно все, но тут уже сложнее. А в противном случае управляющая компания должна быть за счет своей себестоимости, за счет своих затрат на уже содержание компании, не содержание дома, компенсировать вот эту стоимость коммунального ресурса. Поэтому это защита людей. И вчера вот мы с управляющими компаниями, когда проводили этот семинар обучающий, я по их реакции понял, что многие, ну, откровенно говоря, были расстроены вступлением в действие вот этой новой нормы. При этом хочу добавить, что с учетом, опять же, изменений жилищного кодекса и иных актов федеральных, которые дал 2 года дополнительной паузы на формирование регионального оператора по работе с твердыми бытовыми отходами, перехода вывоза мусора из содержания жилья в коммунальную услугу не произойдет. Но пока не появится региональный оператор. То есть я опять же напоминаю, что сейчас в жировке будет содержание жилья, допускается в том числе лифт, в том числе мусор, в том числе то, о чем я сказал, использование коммунального ресурса на то-то, на то-то, на то-то, в соответствии с нормативами, это я сейчас отдельно скажу, установленными на момент 1 января, значит, потом ремонт жилья, все, точка, никаких там ОДНов нет. Что касается вот этого переходного периода до 1 июля, у нас установлены нормативы, решением комитета по тарифам, на все. Значит, это электроэнергия на обеспечение мест общего пользования и внутридомового оборудования. Это вода, горячая вода, тепло, значит, тепло, извините, там проще, там делится все на площадь, я уже заговорился, значит, 3 вот эти группы. Сейчас они тоже дифференцированы по принципу благоустройства домов, они доступны, значит, и считается очень просто. Берется площадь места общего пользования, умножается на норматив соответствующий, делится на площадь жилых и нежилых помещений и добавляется к стоимости квадратного метра в разделе содержания. Ну или отдельный строчек. Не принципиально. Она прозрачна. При этом хочу добавить, что у нас есть случаи, когда дома не имеют паспортов. Вообще это, конечно, вчера вопросы задавали. Безумие. Вот те управляющие компании, которые не приняли мер к инвентаризации мест общего пользования, не нашли паспорт, не сделали это, они лишаются и этого источника.
Потому что тут формула арифметики достаточно проста. На нет суда нет. Нет площади, не на что норматив начислять. А многие ОДН, которые, кстати, то есть там тоже, вообще не будет вот этого всего? Теоретически, а на что начислять, если у тебя нет подтвержденной площади? Нет, мы готовы там выслушать любые предложения. Допустим, что какая-то комиссия пройдет, там померить подвал, померить лестницу, померить техэтаж, зафиксирует это. Может быть, это и пойдет. Но это же вопрос правоприменения. Я не знаю, как на это прокуратура посмотрит. Потому что методика расчет четко предусматривает. Имеющаяся площадь, место общего пользования, на установленные органами власти субъекта норматив, сейчас который действует. Mm-hmm. Значит, как отреагирует на это правоохранитель, не знаю. Должна быть инвентаризация, это обязанность управляющей компании. Мы принимали соответствующее постановление Думы 2 года назад. В очередь никто не кинулся в БТИ. Ни квартиры инвентаризируют, хотя эта тема каждый раз поднимается, почему у одного квартира куплена там в 2004 году или приватизирована в 1997, у него балкон включен там с коэффициентом 0,3, лоджия 0,5, а сейчас сосед снизу купил квартиру, у него на площадь меньше. Всем объясняем, ребят, даем возможность льготной инвентаризации сплошной, ну перемейте вы дома, выведите вы места вообще пользования, ну по большей части домов ВОЗ и ныне там. Ладно, это отдельный вопрос. К счастью, это достаточно локальный, так сказать, процесс по этим домам. По большей части, конечно, паспорта есть. Поэтому те, кто обнаружит ОДН у себя в жировках, прямой путь в госжилинспекцию или в районную прокуратуру, ну или к своим депутатам. А вот вы сказали, что все эти изменения принимаются в защиту жителей. А не получится ли так, что у нас управляющие компании, чтобы не превышать нормативы, просто придут и в подъездах выкрутят лампочки, перекроют воду, отключат лифт и вообще не будут ничего делать? Конечно, это может получиться. Но я опять же вспомнил про 491 постановление правительства, есть еще 123, которое регламентирует вообще все процедуры, связанные с обслуживанием домов. Это такое же нарушение жилищного законодательства. Поэтому, конечно, если кто-то захочет экономить чье-то воровство, так сказать, покрывать за счет неполного представления услуги, освещения лестничных клеток, там, допустим, ну, ребят, все должны четко понимать, что госжилинспекция в рамках своих полномочий придет, составит соответствующий документ, наложит штраф достаточно большой. И сейчас жилинспекция руководствуется принципом накладывать на должностных лиц, а не на управляющую компанию. Нам не нужны эти штрафы, бюджет области, нам нужно воспитывать людей. Поэтому это такое же нарушение нормативной базы жилищного законодательства. Неполное представление соответствующей услуги. Но это опять же надо будет доказывать. Ну что я могу сказать? Я уже много раз повторял. Те безобразия, которые на сегодняшний день происходят в жилищной сфере, конечно, вот как человек, который принимал участие в том числе и в работе над жилищным кодексом, иногда так подумаешь, вспомнишь 10 лет назад и думаешь, а что ты не предложил вообще оставить ЖКХ как государственную сферу? Но я не уверен, что это дало бы эффект. Люди должны управлять своими квартирными домами. Люди и только люди. Нанимать грамотных управленцев, делать ТСЖ, привлекать ту управляющую компанию, которую себя зарекомендовала как организация достойная, которая представляет более качественные услуги. Но это аксиома. К сожалению, на практике легче написать жалобу, чем попросить соседей провести собрание, обсудить эти вопросы. Хотя, опять же, могу сказать, вот было на прошлой неделе собрание на Солнечном, на Тархово 33, там проблемная ситуация между управляющей компанией и СТЖ Ленинского района. Значит, вообще где-то человек под 100 вышло. И достаточно грамотно свою позицию отстаивали. Это дает основание предполагать, что все равно люди начинают понимать, что райкома КПСС нету, куда можно пойти и найти правду. И какого-то иного райкома нету. И прокурор не успевает по всем домам все безобразия пресечь. И госжилинспекция не может каждому дому инспектора поставить, да еще с дубиной, чтобы бить за то, что лампочку не закрутили. Поэтому медленно, но неуклонно самосознание на самоуправление домов, оно начинает подниматься. Сколько еще это будет?
На это Господь Бог. И все-таки главный вопрос. Конечная сумма в счетах вырастет или уменьшится? Или останется такой, как есть? Однозначно ответа нет. Вернусь к началу нашего разговора. Там, где нормальные управляющие компании всегда следили за коммунальным ресурсом, не допускали его банального воровства, где расходы на ОДН, а мы анализировали, были меньше предельно допустимых нормативов, в платежках будет сумма больше, особенно в новостройках. В этой ситуации, я вчера два раза отвечал руководителям компании, которые обслуживают новостройки, выход только один. Честно и откровенно сказать людям, ребята, есть закон, есть 6 месяцев, которые даны власти субъекта, чтобы сделать дифференцированные нормативы. Или добиться того, чтобы в отношении домов, которые полностью оборудованы приборами учета, их вообще не было. Поэтому мы сейчас с вас будем собирать, но мы придем 15 июля и скажем, что мы заплатили ресурсникам такую-то сумму, а с вас на эти цели собрали такую-то. Давайте решать, или мы вам возвращаем ее, или вы нам говорите, там, поставить лучший домофон, запустить там очередного там провайдера, к примеру, или после него ремонт сделать, или что-то еще, это право собственника. В тех домах, где управляющие компании безобразничали, где, невзирая на все ограничения предельного норматива, за счет сфальсифицированных протоколов, пускай никто не обижается, ОДНы были безумными, сейчас эти ОДНы упадут, соответственно, суммарный платеж упадет точно так же. Единственная тема, которая на сегодняшний день у нас в работе осталась, ну, вернее, из глобальных таких, это субсидии, они впрямую связаны со стандартом стоимости жилищных и коммунальных услуг. А стандарт не предусматривал ОДН в составе совокупной платы. Сейчас, зайдя в содержание, стандарт, по идее, надо повышать. Мы этой темой сейчас занимаемся, и, вероятнее всего, они будут повышены. Насколько, пока трудно сказать. Вот здесь, может быть, у субсидиантов какие-то вопросы в ближайшие месяца два, пока все это то есть, пока субсидии будут в прежнем размере начисляться? Да, потому что в основе субсидий стандарт. Стандарт пока не поднят. Сколько на это идет? Месяц-два, не знаю. Ну и вот те вопросы, которые я уже озвучил. Это те дома, где есть учет на домовые нужды, ну, теперь на содержание жилья. Общественный совет месяц комитета будет работать, но пока вот на эти 6 месяцев так. Больше того, поскольку есть нормативы, я считаю, что сейчас даже тех управляющих компаний, которые захотят использовать старые приемы, как бендер, вытаскивание денег, у них вообще основания для проведения собраний, где они скажут, ребята, давайте мы потратим больше норматива. У них не будет оснований, потому что норматив учитывает степень благоустройства дома. Тот, который действует сейчас. Вот еще вопрос уточняющий, наверное, по твердым бытовым отходам. Какой смысл вообще переводить из одной категории в другую эту плату? Ну, это требование прежде всего экологии. То есть в перспективе будет единый рекоператор, будет единый тариф на Саратовскую область. Рекоператор своей деятельности основной имеет обязанность обеспечить утилизацию в рамках экологических требований. Причем не просто утилизацию, но и переработку. У нас для этого строятся заводы по переработке. Значит, там, вероятнее всего, произойдет изменение тарифной политики с точки зрения взаиморасчетов. Не с квадратного метра, а с кубометра. Это более прозрачно. Ну, давайте понимать, значит, человек имеет две или три квартиры. Кого сейчас этим удивишь? Ну, а? Да. Там в трехкомнатной квартире живет один. Ну, по ряду обстоятельств. Или одна. Особенно у пенсионеров это вызвано. Ну, ребят, ну, при чем квадратные метры? Гадят, извините, люди. Это та же тема, как полифтан. Ну, да. Значит, там тоже люди ездят, а не метры. Поэтому для ряда категорий вообще это новшество будет тоже иметь в перспективе возможность снижения. Потому что естественно, что накапливают люди. А когда этот рекоператор может появиться? В этом году или сколько ждать? Закон нам дал право до 1 января 2019 года. Хотели мы, чтобы все было в этом году, но человек, как-то пословица, а Бог, он и это самое. А что, неужели нет желающих? Есть желающие. Или просто нет критериев? Есть желающие, нет до конца пока ответа, где будет происходить мусоропереработка и утилизация. Есть же нормы, что полигоны не могут быть в черте муниципальных образований, поэтому в том числе одна из проблем
которая должна разрешиться при формировании агломерации, которую уже только ленивый, наверное, не читал, да. Это вопрос переработки и утилизации. В рамках агломерации уже. В рамках агломерации, уже да, потому что он сейчас уже областной вопрос, поэтому его отдали на уровень региона. Наверное, последний вопрос, он, наверное, такой практического применения. Предположим, что в каком-то доме управляющая компания не является исполнителем коммунальных услуг в связи с расторжением договора из-за большой задолженности перед СПГС. Как в таком случае будет происходить начисление платы за коммунальные услуги на ОДН? Ведь ресурсоснабжающая организация такую услугу оказывать не может. Или такие изменения просто не действуют на них? Кстати, вот это стало достаточно популярным методом вытягивания денежных средств. То есть УК не хочет работать с людьми, вступает с ресурсниками в определенные отношения, называемые сговором, исчезает договор между ресурсником и УК, ресурсник в рамках действующего законодательства становится исполнителем, но при этом на ресурсника наши предельные нормативы, которые были, не действуют. Он не жилищное предприятие, а ресурсоснабжающее. Вот это мы столкнулись в новых микрорайонах, в 6-м, 7-м, когда благоустройство расторгло договор с СПГС, и платежи взлетели. А ресурсник дальше берет, как на полностью закон основания, что показал домовой прибор, вот ему отчитались собственники, значит, вот он выставил по нормативу, собственник там, допустим, прибор не работает. Значит, ну, правда, переповышающий коэффициент, но я думаю, это отдельно как-нибудь рассмотрим. Значит, и все, получаю жалобу, у нас возросли ОДНы. Начинаю разбираться, как, что, все в рамках закона. Вот и здесь прикрыли эту лазейку. Теперь должно быть два договора. Если даже ресурсник, правду или неправду, не будем трогать, имеет отношение как исполнитель с собственником или нанимателем, он его выставит по показаниям приборов учета. Или по нормативу с повышающим коэффициентом. А управляющий компанией он выставит в рамках нормативного содержания. Но поскольку у него, так сказать, нет кому, или он будет вынужден заключать договор с управляющей компанией и выставлять им в пределах норматива, или он вообще ничего выставить не сможет. То есть ОДНы при взаимоотношениях ресурсник и управляющей компании, они отсутствуют. Соответственно, они не могут прийти на людей. Если есть управляющая компания, в рамках договора, да. А если ресурсник будет продолжать эти мероприятия, как это было, я исполнитель, флаг вам в руки. Исполнитель может выставить только по показаниям приборов учета в этой ситуации. Потому что он не содержит фонд. Опять же, не получится так, что, потеряв статью какого-то дохода, да, от управляющей компании, может быть, все. Ресурсоснабжающий просто расторгнет договор. Тут пришел один шедевр от одного из ресурсников. Мы с руководителем комитета по тарифам сейчас анализируем, куда его отправить, прокуратуру или, значит, он разослал управляющую компанию, или в антимонопольный. Уже заранее планируется дополнительный источник доходов, но незаконный. Есть такое. Каждый хочет заработать, к несчастью. Мы поэтому всем говорим, ребят, это будет сложные полгода. Я объясняю смысл того, что хочет региональная и федеральная власть защитить людей. Но вспоминая Остапа Ибрагимовича Бендера, у которого сколько этих способов было? Больше 400, по-моему, вот. Или 400. Я думаю, что наши управленцы ЖКХ, наши ресурсники, они примерно имеют не меньшее количество способов. И кто что придумает, просьба только одна. Не молчать, а информировать госжилинспекцию, комитет по тарифам, прокуратуру, депутата. Заслон надо ставить этим явлением. Вот федеральная власть поставила. Давайте посмотреть, как будет правоприменительная практика складываться здесь у нас. Ну, а мы тоже призываем наших зрителей тоже не молчать. Если сталкиваетесь с подобными вещами, пишите на наш почтовый ящик komlikbez@gmail.com. Ну, я надеюсь, мы продолжим на эту тему с вами общаться и вообще как-то... Да, и не только на эту, слишком много... Мы не просто где-то были, слишком много изменений, и пока по ремонту обязательно их рассмотрим, и вот по повышающим нормативам, и по учету, я думаю, что надо следить за
передачи, потому что тем впереди очень много предстоит, которые все вступили в действие вот с 1 января. Спасибо большое. До свидания.